Готов? Готов! Банди это говно, блядь. Пидораса сборища ебаная, блядь. Банди это бобу, блядь. Ебать его в рот. Еще одно говно, блядь. Мы в таком месте заспавнились, пиздец. Ура! На южном спавн, на ВСРФ спавн. Нам поебать, кто придет на штурм от нашего меча и погибнет. Как говорил Александр Невский, за Россию нахуй! Флешечку бы найти! Флешка! Дай флешку. Ты мне что дашь? В рот, блядь. Мне ничего нет. Что ты сейчас в тайнике взял? Коршун. Ну, все, на коршун обмен. Звучит интересно. Вообще балдёр. Это балдёр, нахуй. Великий балдёр. Какие-то рейды нахуй, у меня уже пихать некуда, ни одного крипа вижу. Ты где, ёбаный твой рот? На. Меня ща убьют, нахуй. Я сдох здесь. У меня просто два бота захуяли. Перелом. Сильное, слабое кровотечение. Меня просто они, блядь, расхуярили. Пиздец, тут лежит. Ой, мне нужна сумка. Чё, давай, у меня есть сумка. Ба! А вот и рюкзачок подъехал. А я сейчас пизжу что-то. Нет, там моё. В тайнике мой лежит, блядь, не трогать. Нихуя не знаю. Левый коронный, правый по коронной. Сорокометров здесь не будет. Ой, блядь, нихуя тебе сейчас повезло. Ах, ты меня стреляешь. А потому что я думаю, что это крип. А почему... А потому... Сейчас похуярим. Фул одетые чилы заходят, блядь, сейчас ебашить будем в санатории. И мы такие, пупсренькие, масина. 1:15. Я вернулся. Блядь, у меня есть мосина, но я не нацепил на нее ничего. Как с этого стрелять вообще? Куда оно будет стрелять? Да. А ты где? Я в кустах. Тут чел. Я забыл, что у меня пистолет есть. Ну, земляк один есть. Ну, ты сможешь. Кто мне в руку попал, нанес кровотечение. А, тут труп лежит. Ну ты чё? Все, убил. Чё делать-то? У меня, блядь, кровотечение. Но я одного бота еще не убил. Проблема в том, что, походу, я не успею нахуй и на выход сходить туда, убить его. Ну, у меня мелкое кровотечение идет. Он меня расхуярит сейчас. А, еще самое приколдес, блядь, то, что это этот квест надо было в лесу, сука, делать, а не на берегу. Вот это рофл был бы, я бы сейчас просто так сдох. Ну, где дроп? На нас прям падает? Нет, возле завода. Че, идем туда? А надо ли? Ну, сейчас там никого не будет, только два чела максимум. Что, блядь, такого шанса не будет. Сдохнуть, как собаки? Да. Ура! Ну да. Ну, блядь, как можно дальше отсюда. Там все, кстати, забрал. Что-то три пушки. Ну, с оружием все. Я все вытащил. Пихать только не надо. Тут сзади бежит. Двое. На металлку кидаю. Тоже кидаю. Попал. Тут сейчас кто-то встал или рюкзак скинул. Или лег. Блядь, я умер, ебать. Все нормально, я залутал. Что там было? Золотая цепочка. Золотая цепь арго. Да нет, вот он, блядь. Ай, блядь. Блядь, ну ты, сука, ты ебаная, а. Он мне сделал перелом, сильное кровотечение. И руку выбил, просто с одной пули. Куда он делся-то? Ну ты умрешь, нет.
О, уже тут сзади ходит. Я не знаю, что за хуйня, блядь. О, попал, блядь. Выполнил. Да. Наконец-то, ура, блядь. Ура, блядь, он выполнил. Пиздос, опять на работу. Пиздос. Мрак и страх, тяжесть, депрессия и недосып. Но я как мясная машина, пиздос, на работу пизду и пиздос. У тебя бинауральный... Давай, давай ЧВК в будке. Я сдох. Интересное начало. Ага, вижу. Иди друга своего лутай, маня. Ох! Бля! Убил. Вроде. Да, обоих. Чел хорош. Служивый на! Блять, меня Крипшес убьет. Пиздец, лег лутаться. Дышь. Пацаны, смесь! Почти. Еще один крип, граната, блять. Вы че ебанутые? Ладно, надо хил найти срочно. Ай. Атака крипов нахуй. Ёб твою мать. Быстро. Обнова через одну минуту. Сразу берем телефон и сразу готовим обнову. Ебать, вышел. Не, ну вышел на этом, спасибо. Да, на здоровье. Только сейчас заметил. На кружке, с которой я кофе пью, написано моча по-английски.